Всем привет! Это рубрика «Королей фэнтези», с вами Фенаргот, и подошло время подготовить команду на второй день стадии плей-офф киевского мейджора. Во второй день нас ждет 4 матча, в которых сыграют команды TNC, Team Faceless, OG, Team Random, Evil Geniuses, Thunderbirds, Team Secret и SG Esports. Если взять игроков с этих команд и посмотреть их средний балл за игру, несложно заметить, что в основу лучше взять Ана из OG и V33 из Thunderbirds. Я бы взял Ана, только вот карточки у меня его нет, поэтому я взял вместо него Сумаила из Evil Geniuses. В поддержку лучше взять Саксу и Джеракса. На позицию оффлейнера есть несколько хороших кандидатов — SamH и Universe. Я себе взял SamH, потому что его бонусы мне больше подходят. В итоге у меня получилась такая команда — V33, Сумаил, SamH, Сакса и Джеракс. Что касается расписания на 29 число, скорее всего завтра в своем паблике я публикую время публикации новых прогнозов, так как пока неизвестно, какое будет точное расписание. Не забывайте распылять карточки тех, кто уже вылетел с турнира, к примеру, игроков Ньюби и Mouse Sports. Делитесь своими результатами и командами, ставьте лайки и подписывайтесь. Ну и не забывайте, что в моем паблике проходит розыгрыш крутой гарнитуры, дорогого курьера и других призов. Ссылка в описании и на экране. Всем удачи и пока!